Всем привет, с вами Алексей Бессинджер, и сегодня мы посмотрим на очередной РП-проект под названием «Savage». Разработчики сделали упор именно на маппинг, ведь главная составляющая РП-режима — это не мод, а игроки. И чтобы игрокам было приятно отыгрывать свою роль, для них были созданы отличные интерьеры, где все игровые процессы получат плюс 10 к комфорту. Но помимо визуальных эффектов, я заметил одну очень интересную фишку для полицейских. В красивом, проработанном офисе находится карта города, на которой отображены все автомобили полиции данного департамента. Если кто-то из новичков надумает удрать со своего поста, шеф сразу это увидит. Также богатым любителям автобусов и такси сделали возможным приобрести такса или автобусный парк. Владельцам нужно будет закупать автомобили для своего бизнеса и окрашивать в свой цвет. Таким образом, каждая компания сможет выделиться из толпы, а потребитель, в свою очередь, будет запоминать хорошее обслуживание именно вашей компании и в дальнейшем заказывать именно это такси или ездить именно на этих автобусах. А, и кстати, пока я поиграю именно на этом сервере, присоединяйтесь, опробуем его вместе. Ну а пока подписывайтесь на канал, заходите в группу и оставляйте комментарии. Все ссылочки вы найдете в описании, просто нужно его развернуть. С вами был Алексей Бессинджер, сервер откроется 2 числа, всего наилучшего.